Давайте ми послухаємо президента. Він сьогодні зробив цікаву заяву, особливо обнадійливу для пенсіонерів. Давайте почуємо президента. Не у всіх є смартфон. І не всі вміють користуватись інтернетом. 2 роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку. А навесні запускаємо нову велику державну програму. Це наша мрія і це вже реальність, це шлях до головної нашої мети – доступ інтернету для всіх громадян України. Так, і це ще не все. Ми почули... Ми почули, друзі, про те, що цифрове опитування буде проведено у всіх, хто має застосунок Дія, цей додаток. Хочеться тут зараз Світлану Крюкову почути. Світлана, ви якраз у смартфоні, тому я до вас. Шукайте опитування. Це It's All About Election. Це знову про вибори і про електронне голосування. Чи ми тут перебільшуємо? Начнемо. Ответ на ваш вопрос с одного простого примера. У меня есть бабушка, ей 87 лет, это женщина с активной жизненной позицией. Она смотрит все ваши эфиры, она вовлечена в политическую повестку дня, активно передвигается по городу, так, знаете, брезгливо относится к карантину. Как звати? Клавдія Федорівна. Клавдія Федорівна, вам вітання зі студії. Але бути обережною треба. Я 5 лет пытаюсь ей всучить айфон. Ну, для того, чтобы у нее была возможность фотографировать правнуков и вообще там созваниваться со мной по скайп, например, или там высылать мне стикеры, искать, гуглить в интернете рецепты блинчиков или что-нибудь еще, что доступно многим людям, которые пользуются интернетом. Она меня в мягкой форме посылает куда подальше, потому что и каждый раз просит у меня, каждый год просит у меня обычный пластиковый телефон с большими кнопками. Почему каждый год? Потому что каждый год с завидной регулярностью моей бабушки с активной жизненной позицией воруют этот телефон. Где угодно. В маршрутке, в метро. Я не могу контролировать ее передвижение, потому что она с активной жизненной позицией. В гастрономе в каком-то. А с большими кнопками, потому что бабушка, как все бабушки, плохо видит. И вот у меня сразу предложение к гениям популизма. Можно за первую дозу вакцины телефон, а за вторую очки, как в свое время предлагал министр при Януковиче Папиев, давать очки тоже, когда подобную популистскую меру пытался внедрить. А также еще, если можно, пакет интернета где-нибудь в село, потому что, если вы знаете, у нас, если отъехать 30 километров от Киева, в принципе, по обычной связи дозвониться не всегда можно. А еще, если можно, уже там вот уж совсем вакцинированным, еще и какого-нибудь тренера по диджитализации, чтобы бабушку обучили пользоваться смартфоном, потому что просто подарить бабушке смартфон недостаточно. Что она с этим кирпичом будет делать? Ее нужно обучить. А до момента, пока она обучится, дай бог, чтобы ее внуки и не дети продали. Не продали этот айфон, потому что у бабушки, бабушка иногда, к сожалению, таковы украинские реалии в любых... В большинстве семей является чуть ли не единственным источником постоянного дохода. И учитывая общие экономические тенденции, которые у нас происходят с обещанной эпохой процветания Зеленского, у нас, к большому сожалению, экономическая ситуация такова, что людям не хватает денег на продукты и коммуналку. Это означает, что если у них будет что-то, что стоит больше, чем 2 или 3 тысячи гривен, они с удовольствием это продадут для того, чтобы решить свои научные проблемы, насущные проблемы. Это первое. Второе, я думаю, что с аппетитами команды Зеленского, которая окружила себя молодыми миллионерами, сумевшими и умеющими зарабатывать на всевозможных теневых схемах, что мы прекрасно видим по примеру господина Трухина, который перевозил в своей сумке 150 тысяч долларов. Спросите у любого из присутствующих в студии, сколько человеку нужно работать, чтобы заработать такие деньги в обычных условиях хотя бы даже киевской экономики. Зная их страсть к вот таким вот аферам и быстрым деньгам, зная их аппетиты, понимая их масштаб, в том числе зарплат в конвертах, которые они понимают, и знаете, искушенность, они уже люди, вкусившие то, что называется быстрый кэш. Я могу себе представить, какие суммы откатов будут на этих закупках. Mm-hmm. Мы будем вспоминать самолеты Мрия с масками и большую стройку, и миллиард деревьев, как и еще там, что у нас еще? Университет будущего с...
постройка новых зданий, мы будем вспоминать как тренировку. Поэтому я, например, очень скептически отношусь к этой идее.